Здорово, пацаны. Сейчас мы будем беседовать с Сашей Ключом. Мы давно его не видели. Он у нас теперь парень закодированный. Привет, Александр. Здорово. Продолжаем рубрику «Рок-библиотекарь». Опять. Трезвый рок-библиотекарь, блин. Ну как, Саша, ощущения после кодировки? Нормально? Ну, сейчас уже пришел в себя. Все отлично, да. Это с какого числа ты уже у нас не бухаешь? С 18 марта. О, уже прилично, уже мозги должны встать на место. Да. Ощущаешь месяц май? Конечно. Класс, да? Кругом разруха, но деревья растут. Мрачные трущобы Лондона. Ну да. Саш, ты ощущаешь, что мы живем в самой богатой стране в мире? Да нет. Нет, почему? Потому что у нас до сих пор белье на улице сушится. Где такое видано? Только, блин, в странах третьего мира. Белье сушится на улице. Класс. Вообще. Хотел тебе вот задать вопрос один. Ну, я так понимаю, когда ты там бухал, и надоело тебе бухать, ты, короче, вызвал себе скорую и поехал куда? На Корчагина. Что такое у нас Корчагина? Наркологическая больница. Ага. И как тебя там приняли? С распростертыми объятиями? Да нормально приняли. Как бы это. Правда, я попал, я в субботу утром приехал. Врачей не было, лечения никакого. Ага. Я там мучился. В понедельник вечером только дали колеса. И чем тебя там лечили? Да хрен, вот феназепам, амитриптилин, еще что-то. Ну, типа, чтоб ты буйный не стал, да? Да. Класс, блин. А вот у нас идет офигенный рэпер Пурген, блин. Здравствуйте, привет, блядь. Привет, ну, Пурген привет. Не тот, который там хардкор лупит, а вот он рэп читает. Сходу можешь зачитать что-нибудь? Ну, если ты, чувак, наглотался колес, то послушай наш экстремальный рэп. Если ты, чувак, наглотался колес, а если ты с подругой переспал не всерьез, а если с бодуна, как шака, ты свиреп, послушай-ка наш экстремальный рэп. Ведь мы крутые парни, новой жизни оглот. На груди братва, на плечах корнеплод. У нас на базаре ведь новый живоглот. Сегодня ведь праздник, огородный год. Свисают подтяжки, бритые головы, штаны, камуфляжные мартинцы новые. Ведь мы патриоты из-за белую расу. Так что вы летите все черные нахуй. Россия для русских, Россия для белых. Гоните, пинайте все гуков и негров. Спасайте Россию от чеческой твари. Ведь эти ублюдки уже всегда стали. Вот, отлично. Саня, класс? Да. Вот. Орлов? Саня делится впечатлением о своем лежании на улице Корчагина. Ты, кстати, не бывал на Корчагина? Никогда в жизни. Никогда, ну понятно, блин. А вот Саша, блядь, довелось там. Побывал, да. Сейчас отдам сам. А, да, давай. А где? Где? А, да? Ты сюда подойди. У нас там в соседнем дворе ребята соображают бухануть, но мы к ним не подходим. А, уже сообразили. У них там сейчас задушевные беседы. Вот, гонец прошел, понес им очередную партию бодрящего напитка, балтийского чая. Ну и что там на Корчагина? Ну вот. А, не, вообще-то в субботу мне капельницу поставили. Одну. Не задули, все нормально. В воскресенье. Да ну, блядь, хуёво было. Хуёво, да. Конечно. Где-то дней 5 или 6 прошло, только в себя пришел. Ну и все. Ну, я говорю, там феназепам, метриптилин, еще что-то. Ну, а люди тебя вокруг там донимали какие-то? Там же не ты один лежал. Рудик со мной. А, Рудик! Ни хрена себе. Я захожу в отделение, и он из палаты выходит. А Рудику нравится там лежать. Его там кормят, поят там. Он тогда-то в больнице лежал, говорит, ой, мне так здесь нравится, блин. Я, говорит, свою порцию ем, еще у чужих беру. И еще домой, говорит, набрал себе там всяких балабасов. Все меня, говорит, возьми мне первое, возьми мне первое. А мне хреново, я говорю, блин, отстань от меня, говорю, сейчас. Мне не до первого. Ну да, он там на этих казенных харчах толстеет, выходит бодрый. Ну да, и мы с ним в одной палате так и лежали. Ну и все, тебя потом в итоге, через сколько дней тебя выписали? 12 дней. 12 дней ты там отлежал? Охереть! Да там можно за 12 дней очуметь, бля. Ну я уже к врачу подошел, говорю, я здесь вообще первый раз, говорю, надеюсь, больше не буду. Здесь. Говорю, можно там как-нибудь пораньше. Ну я на 2 недели подписывал. Ну я понял. Бумагу. Ну она говорит, ладно, давай, пораньше. И в итоге ты там оттуда, когда вышел, принял решение закодироваться.
Ну, я еще там уже принял решение. Ну, правильно, да. Нехрен маяться, блин. Не умеешь пить, лучше вообще не пить, блин. Да и уже и возраст. Лучше книжки умные читать. Да, вот это да. И себя по телевизору смотреть. Такие пироги. Ну и что хочешь пьющим людям пожелать? Пить в меру.